Асад просит убежище у Меркель. Родственница сирийского президента Башара Асада подала ходатайство о предоставлении статуса беженца. Почему она покинула Сирию, расскажет Татьяна Лагунова. Убежища в Германии просят тысячи сирийских беженцев. И среди них есть даже члены правящего в Сирии клана Асада. Получить статус беженца пытается родственница президента страны. Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, уже год живет в приюте для беженцев в немецком городке Варендорф. Она бы и дальше оставалась инкогнито, если бы не ее соотечественники. Сирийские беженцы узнали в соседке родственницу и вдову бывшего военачальника Башара Асада и набросились на нее с кулаками. На место происшествия вызвали полицию, которая установила личность беженки и передала информацию журналистам. А те уже выяснили, из Сирии Фатима Масуд Асад бежала больше года назад. Якобы из-за того, что после гибели мужа она поссорилась с родственниками и впала в немилость семьи. Что конкретно произошло, неизвестно, но по данным СМИ, разборки были нешуточными. Сама Фатима была ранена, а ее сын арестован. Власти Германии в убежище Фатиме Масуд Асад отказали. У женщины два паспорта, сирийский и ливанский. То есть теоретически ее могут депортировать в Ливан. Но родственница Башара Асада уезжать из Германии не спешит и уже подала апелляцию на решение миграционной службы. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».